Учебная тренировка началась с подробного инструктажа сотрудниками МЧС службы охраны художественно-технического лицея. Подполковник Олег Савченко рассказал о правилах поведения и основных действиях при экстренных ситуациях, после чего был дан старт тренировочным учениям и началу эвакуации. Видновский художественно-технический лицей, адрес улица Советская, 7, возгорание в швейном классе. Производим эвакуацию. Передал охранник Куприян. В течение нескольких минут ученики лицея, выстраиваясь парами и в сопровождении взрослых, покинули здание. Для эвакуации были использованы все запасные выходы учреждения. Каждый учитель доложил о количестве контролируемых детей и об успешном освобождении опасного объекта. Цель, естественно, побудить детей вспомнить те навыки, которые мы им преподаем на постоянной основе, и в том числе в рамках урока по ОБЖ, как действовать при пожаре, как правильно эвакуироваться, чтобы они изучали место расположения эвакуационных выходов в своем образовательном учреждении. Второй момент, мы делаем акцент на службу охраны. После тренировки для учеников лицея состоялась лекция о правилах поведения в различных непредвиденных ситуациях. Подполковник МЧС подробно разобрал с ребятами все возможные моменты и дал ответы на возникающие вопросы. А их было много. Ребята с серьезностью отнеслись к подобным учениям и с интересом впитывали информацию. Да, это было для меня интересно. Я узнала, как поступать в, казалось бы, безвыходных ситуациях. Я не знал то, что надо писать восклицательные знаки на стекле, и ну, то, что надо соц писать, махать простынёй, все остальное я знал, но было очень интересно. Олег Савченко был приятно удивлен хорошими знаниями детей о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях. Это говорит о том, что подобные встречи очень полезны, ведь от четкого понимания правильности действий зависит наша жизнь. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Елена Кошелева, Видное ТВ.